Привет, друзья! Привет, мои дорогие подписчики! В этом видео я сделаю обзор своего парогенератора из молочного бетона. После того, как я решил заниматься самогоноварением и понял, что самый вкусный самогон, конечно же, из зерновых, я столкнулся с такой же проблемой, как и все самогонщики. Это то, что нужно или фильтровать дробину после браги, и много будет отходов, именно остается в самой дробине, в зерне, и мы теряем хороший самогон. Или делать что-то такое, которое позволит нагревать не прямым нагревом всю брагу вместе с дробиной, вместе с зерном, с гущей, и она не будет пригорать. Самый простой способ из подручных средств — это, конечно же, парогенератор. Еще есть разные варианты. Это пароводяной котел, то есть как будто бы, простыми словами, кастрюля в кастрюле, и между этими кастрюльками находится водичка. Вода сама нагревается и передает энергию внутреннему чану, то есть внутренней кастрюльке. Таким образом, содержимое кастрюли или брага нагревается. Но это уже очень дорогая конструкция, и сделать ее самому в домашних условиях можно, но очень сложно, и проще ее купить готовую. Поэтому я принял решение как можно дешевле сделать свой парогенератор. У меня был в запасе старый молочный бетон, бидон 40-литровый. А также, друзья, подарили мне обычный дистиллятор для приготовления дистиллированной воды. Из него я взял тены. Так, не видно. Ладно. Тены для дистиллятора имеют очень низкую высоту, и это было удобно в моем случае. То есть я мог работать очень долго, не добавляя воды в свой парогенератор. В молочный бетон я установил два тена мощностью 2,5 кВт каждый. Вернее, не я их установил, а эти тены были в дистилляторе медицинском для приготовления дистиллированной воды. Я просто оттуда тены вытащил и просверлил отверстие в самом молочном бидоне и прикрутил их сюда. Также к этому дистиллятору прилагался пульт управления. Пульт управления представлял собой вот такую коробочку. Здесь была автоматика. Когда уровень воды в дистилляторе снижался, автоматика подавала сигнал и выключала тены. Таким образом, это была защита от опустошения самого дистиллятора и перегорания тенов. Из этой автоматики я сейчас абсолютно ничего не использую, потому что если бы я сюда поставил ту систему, какая была на самом дистилляторе, я бы не смог нагнать давление в парогенераторе такое, чтобы сам пар смог пройти через слой дробины, слой браги и выйти уже в самом перегонном кубе. Поэтому это просто коробочка, на нее можно не обращать внимания. Отдельно я установил один автомат для управления одним теном, и второй тен у меня все время подключен. Когда я сделал парогенератор, я столкнулся с такой проблемой. Мне нужно было регулировать мощность нагрева. Один тен я могу полностью отключить, но все равно 2,5 кВт при некоторых режимах работы это очень много, и мне нужно было очень сильно снижать мощность самого тена. Я поискал в интернете и нашел самое простое решение. Вот такая коробочка, это самый простой регулятор мощности, он стоит $3 уже в моей стране. Конечно же, на Алиэкспрессе его можно было купить еще дешевле. Но из-за того, что я купил самый дешевый регулятор, он был рассчитан на мощность до 2 кВт, а мой тен стоит мощностью 2,5 кВт. И почти все время, как только я выходил на полную мощность своего тена, предохранитель, который находится в этой коробочке, все время перегорал. Я пообщался с друзьями, и они посоветовали мне взять радиатор. Я его взял, алюминиевый радиатор от старой видеокарты, еще доисторической, и вот такой громадный алюминиевый радиатор. На него я вынес из этой коробочки управляющую микросхему, которая регулирует напряжение и мощность самого тена. Вот мы его сюда припаяли. Дополнительно я поставил два вот таких вентилятора сюда и сюда. Это обычные вентиляторы, кулеры из компьютера на 12 вольт. И вот здесь как раз и пригодился эта коробочка. В ней есть трансформатор, который понижает напряжение до 12 вольт. И этим напряжением я запитал два вот таких вентилятора. Самое важное при работе с парогенератором и с напряжением
220 вольт, это, конечно же, заземление, потому что есть большая мощность, потребляемая этим устройством, и, конечно же, мы работаем с жидкостями, и очень высокий риск поражения электрическим током. Поэтому я сделал заземление. У меня есть вот такой медный провод, сечение, я сейчас не скажу какое, ориентировочно 7,5 квадратов. И я это заземление прикручиваю к самому молочному бидону. Вот здесь болтик. Прикручиваю. Из-за того, что сами ножки тенов немного торчат по отношению к молочному бидону, я сделал вот такую конструкцию из двух брусочков, на которые устанавливаю сам молочный бидон, и таким образом сами тены не касаются поверхности, на которой стоит парогенератор. Для удобства работы я еще сделал вот такую тачанку обалденную. Это кусок доски мебельной, еще советской, потому что современные ДСП, они абсолютно не такого качества. Это еще из старой советской мебели кусочек досточки. И 4 вот таких колесика, которые вращаются и выдерживают самого большого мамонта. Я ставлю тачанку на пол и на нее ставлю бак. И в любой момент я могу передвинуть сам парогенератор туда, куда мне нужно. На тачанку я ставлю саму подставку для парогенератора и устанавливаю его. Вот. Вот здесь вилка для трехфазного подключения. Почему именно такой способ? Потому что у меня отдельно идет блок управления. В нем вилка мама, а здесь вилка папа. Чем это удобно? Тем, что у меня эта штука хранится в отдельной комнате, и ее можно убрать, и с ней ничего не случится. Потому что вот этот бетон, его можно вывести в кладовку, в сарай, куда угодно. И если это все будет вместе с электроникой храниться, конечно же, она очень быстро выйдет из строя. Поэтому я сделал разъемное соединение. Почему именно три фазы? Потому что здесь идет одна пара контактов на один тен, вторая пара на второй тен. И потом я уже спокойно могу развести эти провода на те автоматы, какие нужны. Сверху на молочный бидон идет крышка. Это обычная крышка. Здесь есть штуцер для выхода пара. На него я одеваю силиконовую трубочку. Также есть кран. Я его сюда врезал для того, чтобы можно было при необходимости подпитать сам бак парогенератора свежей водичкой, если я очень долго работаю. Но я уже практически проверил, сколько времени мне нужно работать на одной заправке парогенератора для того, чтобы выработать весь запас воды и вода не оголила тены. Поэтому я вот такой дозаправкой сейчас не пользуюсь. Еще самый важный момент. Это, конечно же, техника безопасности при работе с парогенератором. Дело в том, что когда вода нагревается и достигает температуры кипения, для того, чтобы пошел пар, здесь температура будет ориентировочно 105-106 градусов. Это повышенное давление, избыточное. И здесь должен стоять предохранительный клапан, который будет срабатывать в том случае, когда забьется выход пара при входе в перегонный куб. Если сама дробина будет густая, что-то может случиться, и пар не сможет поступать в перегонный куб. Поэтому должен быть предохранительный клапан. Это обязательно. Но я его не ставил. Некоторые люди говорят, что сама силиконовая трубочка, какая одевается на штуцер, она одевается очень легко, и если будет избыточное давление выше, чем этого мы хотим, то сама трубочка слетит. Нет, трубочка не слетает, она прикипает настолько сильно, что ее приходится очень с большими усилиями снимать. Но в чем фишка именно парогенератора из молочного бидона? Дело в том, что здесь всего один центральный прижим, то есть так, как закрывается молочный бидон. И как только давление хоть немножечко начинает расти, то из-под вот этого уплотнительного кольца начинает травить пар. Это уже проверено миллион раз. Конечно же, я не рекомендую вам использовать именно такую схему. Проще купить отдельно небольшой предохранительный клапан и сюда его врезать. Я этого не делал, хотя это плохо. Теперь
еще по теплоизоляции. Я сделал вот такие красивые, красивую рубашку теплоизоляционную из плотного синего пенопласта плотностью 50. Это пятерка. Я порезал ее на кусочки, вновь продел толстую вязальную проволоку и сами стыки запенил пенкой. Получилось вот такое плотное колечко. Я его одеваю на сам парогенератор, и здесь температура будет окружающей среды. То есть это очень хорошая теплоизоляция, которая позволяет очень хорошо экономить ресурсы и электроэнергию. Вот так выглядит парогенератор внутри. Это два почти плоских спиральных тена. Высота у них 110 мм. Для заправки парогенератора я использую воду из обратного осмоса. 6 литров мало для того, чтобы тены покрылись водой, поэтому мой неснижаемый остаток — это 2 баклажки или 12 литров. Все остальное пространство молочного бидона или парогенератора — это уже рабочая среда, то есть я могу добавлять сюда почти сколько-то, сантиметров 10 от верха я оставляю, все остальное — это вода для того, чтобы можно было работать на перегоне. 30-32 литра воды на 5 киловаттах закипает минут за 30-35, в зависимости от напряжения в сети. После того, как я понял, что мне нужен именно регулятор мощности, и я его установил, я стал с ним работать, я столкнулся с такой проблемой. Я не знаю, насколько именно я изменил напряжение, чтобы изменилась мощность. И я решил установить цифровой вольтметр. Сейчас вы видите на экране циферки. Это самый простой цифровой вольтметр. Он стоит где-то, может быть, 50 рублей. Но все электронщики в один голос заявляли: твой вольтметр не будет показывать напряжение вместе с регулятором мощности. Но я его установил, и он прекрасно работает. Здесь показывается просто условное напряжение, сколько оно есть, но это очень и очень хорошо, потому что я могу регулировать именно саму мощность аппарата, и она будет регулироваться очень четко. Самый минимум, какой выдает этот регулятор мощности, это где-то 58-62, в зависимости от напряжения в сети. На этом режиме я отбираю головы покапельно, и то бывает, что этого слишком много, приходится саму колонну еще немного охлаждать мокрыми тряпками. Вот таким образом я могу изменять саму мощность парогенератора в режиме уже отбора тела, голов или хвостов. Для того, чтобы использовать максимально быстро нагрев, я подключаю второй тен, вот так. И у меня работает два тена. Сразу видно, что напряжение общее немножко упало. Когда я тен выключаю, напряжение поднимается. Еще один нюанс, с которым я столкнулся. Из-за того, что я использую самый простой регулятор мощности, здесь очень важно соблюдать именно фазировку подключения вилки к розетке. Если поменять вилку на другую сторону, тогда может возникнуть такое явление, что на самом корпусе парогенератора окажется фаза. Поэтому я предварительно, перед тем, как включать парогенератор, проверяю, что фаза в розетке стоит на том же месте, на каком она и была, и что фаза на самом корпусе парогенератора отсутствует. Для меня было очень важно и принципиально сделать хороший, надежный парогенератор без дополнительных финансовых трат. Для меня самогоноварение — это просто интересное хобби, которое позволяет из подручных средств сделать намного вкуснее благородные напитки, чем те, которые можно купить в магазине. Поэтому я именно из принципа использую самые простые подручные материалы, чтобы выйти на очень хорошее качество готового продукта, то есть самогона. Также, благодаря тому, что у меня есть парогенератор, сейчас уже настало лето, мне очень легко и просто заниматься приготовлением самогона из фруктовых брах. Сейчас пошла абрикоска, яблочки, различные фрукты, и я уже не отцеживаю саму фруктовую брагу, и с помощью парогенератора прекрасно получаются обалденные, ароматные, крепкие напитки. Друзья,
Я с удовольствием показал, как я сделал генератор из молочного бетона. Это очень простой способ. Пишите комментарии, какие парогенераторы используете вы, как вам понравилась моя идея. Ставьте вот такие огромные, большущие лайки. Подписывайтесь на мой канал, ссылочка вот здесь внизу. Вот здесь рядышком есть колокольчик. Нажимайте на колокольчик, и вы будете всегда в курсе всех новых видео на моем канале. Сейчас начнется вторая серия о том, как работает парогенератор и как я на нем гоню очень вкусный зерновой самогон или фруктовую брагу. Смотрите дальше. И помните, кухня – это самое спокойное место.